Сегодня самое ценное, что есть у человека, это его время и его знания. Их всегда не хватает. Как же получить знания, не потеряв при этом много времени? И как найти время, чтобы приобрести новые навыки? Ответ – дистанционное обучение. Следуя веяниям времени и стараясь соответствовать требованиям современного рынка, помимо традиционных форм обучения дневного, вечернего и заочного, с осени прошлого года мы решили в нашем колледже предложить нашим студентам также форму дистанционного обучения. Что такое дистанционное обучение? Это обучение при помощи интернета. То есть вам не надо ехать в школу и учиться, если вы находитесь далеко. Ну, это очень удобно, удаленное образование. Когда у тебя дома есть компьютер, ты всегда можешь сесть, когда у тебя есть время, и заняться, почитать, поучиться. Все программы, которые колледж предлагает в традиционном виде обучения, возможно, также и в дистанционном. То есть и предприниматели, и бухгалтера, и юристы, и программисты могут учиться дистанционно. А дистанционное обучение продолжается 2,5 года. Потом вы получаете такой же диплом, как получаете дневное отделение, или заочное, или вечернее. Как же проходит процесс дистанционного обучения? Сам процесс обучения, конечно же, начинается с того, что вы либо через интернет, либо очно приходите к нам и подаете заявку на поступление в наш колледж. Затем каждый наш студент дистанционного обучения получает свой пароль доступа в нашу базу дистанционного обучения. Если вы студент первого семестра, вы заходите в нашу базу по своим паролям и получаете доступ ко всем материалам первого семестра. Затем вы осваиваете этот материал, выполняете домашние контрольные работы. Если у вас возникают какие-то проблемы или какие-то вопросы, вы получаете онлайн-консультации у своих преподавателей. Вы можете использовать для связи с преподавателями все возможные средства связи. Одна из особенностей, которые предлагает Latvijas Business College, это видеолекции. То есть вы можете смотреть видео из своего домашнего компьютера. Там дается определенное количество заданий. Да? Вы можете просто выполнить эти задания, прочитать и больше ничего не делать, да? И идти сразу на экзамен. Но можете сами, по вашему усмотрению, готовиться, брать какие-то дополнительные материалы, что-то дополнительно изучать. От этого будет зависеть оценка на экзамене. От общего числа студентов всего колледжа уже примерно треть выбрали дистанционное образование. И таковых становится все больше. Почему? Потому что удобно учиться, и можно объединить работу с учебой, пополнить знания и улучшить свой профессионализм. Этот вид образования мне больше всего подходит, потому что живу я в Елгаве, еще работа стандартная с 8 до 5, и просто дневной мне не подходит сразу, а вечерний не подходит из-за специфики моей работы, я системный администратор. То есть мне очень часто приходится и по субботам, и по воскресеньям что-то делать там со своими серверами и так далее. А этот тип мне очень подходит, потому что я могу в любое время открыть вот эту онлайн-страницу, посмотреть, что мне надо сдать, что у меня есть. И в любое время, в любом месте, где есть интернет, я смогу выполнить свои задания и самостоятельно подготовиться к экзаменам. Дистанционное образование выбирают даже звезды. Я выбрала Латвийский бизнес-колледж, поскольку часто путешествую. И в следующем году, и в конце этого года буду находиться за рубежом. Латвийский бизнес-колледж предлагает такую прекрасную возможность, как дистанционное образование. И я просто не могу ею не воспользоваться, поскольку могу находиться в любом уголке света и продолжать обучение. А получить образование я очень хочу. Итак, вам не надо подстраиваться под учебный процесс. Вы можете сами спланировать, когда и в каком объеме изучать материал, получить персональные консультации и в любое удобное для вас время просмотреть видеолекции преподавателей. Вы экономите свое время и деньги, особенно если живете не в Риге. Вы можете продолжить обучение, даже будучи за рубежом. И уже через 2,5 года вы можете получить диплом. Дорогие будущие студенты, если вы еще сегодня не решили, куда поступать, я с большим удовольствием приглашаю вас учиться в нашем Латвийском бизнес-колледже. Как директор, я могу вам обещать, что вы получите высшее профессиональное образование, соответствующее самым высоким стандартам, и никогда не пожалеете о своем выборе. Выбирайте Latvijas Business College. Мы вас ждем.